3 февраля в историческом центре города по адресу улица Первомайская, 16А, распахнул двери для своих клиентов и всех пинчан Сбербанк. Это первое отделение в новом формате, которое открылось на территории Брестской области под вывеской «Сбер». Банк привлекает внимание современными подходами к организации банковского пространства и взаимодействия с посетителями, наличие мест для коворкинга и круглосуточной зоны самообслуживания. На официальное открытие офиса пришли не только клиенты и руководство банка, но и представители городской администрации. Небольшие приветствия речи и торжественное перерезание символической красной ленточки. Пришедшие на мероприятие смогли осмотреть оформление в новой визуальной стилистике отделения Сбербанка. О новшествах взаимодействия с сотрудниками и посетителями, гостям и журналистам рассказал руководитель дополнительного офиса в городе Пинске Виктор Вотчец, который провел экскурсию по новому отделению банка. Мы хотим нашим новым офисом ввести новую философию обслуживания для клиентов. Мы будем обслуживать клиентов как физических лиц, так и клиентов бизнеса. Это малые предприятия, и малые и крупные предприятия. У нас есть много интересных продуктов, которые сегодня востребованы. Для малого бизнеса у нас есть, назовем их экспресс-кредиты, которые очень быстро оформляются и одобрение идет буквально в течение 2 часов. Самое главное, что эти кредиты не требуют залога. И это очень удобно и нравится клиентам. Мы же также делаем полный спектр банковского обслуживания для клиентов. Но мы должны чем-то выделиться среди наших конкурентов. Мы берем качеством. В офисе обслуживают частных и бизнес-клиентов. На месте можно оформить кредит, депозит и банковскую карту. Также банк предложит подписаться на Сберпрайм с внушительным набором нефинансовых сервисов. В отделении нет привычных касс. Вместо них присутствуют электронные кассиры, специальное устройство для работы с банкнотами. Это одно из направлений работы банка – безбумажный офис. Офис не просто в новом помещении, это офис абсолютно новой философии. Вы здесь можете видеть безбарьерное пространство. Здесь уже представлен безбумажный офис, где клиенту не обязательно подписывать документы. Все документы он может подписать на планшете посредством электронной подписи. Кроме того, мы предполагали, что обслуживание в этом офисе будет более дружелюбным для нашего клиента. Именно поэтому наши сотрудники не обязательно обслуживают клиента за столом. Это может происходить в удобном для клиента месте. Кстати, неоспоримым преимуществом филиала стало и то, что у него 2 входа – со стороны улицы Первомайска и улицы Белова. К слову сказать, со стороны улицы Белова работает зона 24/7. Ей могут воспользоваться только клиенты банка в любое время суток. Город приветствует такие инициативы, когда с новыми технологиями банки приходят в наш город. Это даст плюс не только их клиентам, значит, нашим предприятиям, индивидуальным предпринимателям, но даст развитие и толчок городу в том числе. И приятно, что в таком месте, в историческом центре города, в новом формате открылся новый офис Сбербанка. Отделение Сбербанка в Пинске по улице Первомайская, 16А, открыто для физических лиц в будние дни с 9 до 18 часов. Юридические лица будут обслуживаться с понедельника по четверг с 9 до 17.30, а в пятницу с 9 до 16.15.